Добрый день. Скажите, пожалуйста, нам нужна помощь. У нас электровелосипеды. Нам надо 220 вольт на 1 час. Мы, украинцы, путешествуем по Турции. Ну, окей. Thank you. Друзья, в общем, дедушка приехал, и вместо того, чтобы двигать претензию, что мы тут стали в каком-то саду, он нам начал листать всю историю Инстаграма, своих внуков показывать. Вон. А, змея, да. То есть из своих внуков-боксеров, как он корову зарезал, как он еще что-то там. Короче, и так уже полчаса длится. Вот его собака. Вон его трактор. Да, вон он. Ребята, мы поехали дальше. Вот на таких тракторах вся Турция ездит. То есть они вот просто вот везде, все ездят. Если в Молдове ездили на ручных тракторах, то здесь на таких. Ой, когда мы выедем с этого Измира, я не знаю, короче. Thank you.
Вот он. Брат, налей мне drink. Воды сюда. Просто воды. Drink? Drink или? Drink. Drink mi bu? This. Bana biraz su koy, sadece su. İçmek için mi? Pit. Drink. Sana su kurban olsun zaten. Так, он не понимает. Русский или украинец? Украина. Украина. Good. Good. Привет. Малой не понимает по-турецки, мы украинцы. Привет, давай, пожалуйста. Хорошо. Берарико? Seaside, Анталия. Анталия, wow. We start Ukraine. Bicycle. Ukraine, Бахмут. Бахмут. Запорожье. Запорожье. I'm from Kherson. Kherson. You can sit. Sit? Yeah. Bakratra, relax, Bakratra. Yeah. My brother. Gel lan. Come here. Спрашивай ещё. На.
Уйди с дороги. Короче, нам дали зарядиться, прямо в кафе завели. Мужички. Давай. Я не понимаю по-турецки. Еще раз. Go, Анталия. 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 Нет, да. Ага. From Ukrainian, Болгария, Румыния, Turkish. Давай.